обешумливаем нашу стену. Вот пенополистирол Техноплекс. Приехал дверщик, сейчас будет двери ставить. Демонтируем коробку. Срезали мы нашу дверь. И теперь наш дверщик устанавливает ее на этот проем. Выставляем коробку по уровню с таким учетом, что еще надо взять на штукатурку, грубо говоря, с выдвихом на улицу. На металлическую коробку мы прикрутили вот такие пластины. Эти пластины сейчас анкерами забьются в стену. На каждую сторону по 3 штуки. И потом все наши щели мы их запениваем монтажной пеной. И уже можно будет штукатурить. Закончил дверчик дверь. Дверь как часики. Закончили мы гипсокартон. Вот так это выглядит. У нас здесь бардак сейчас такой. Сейчас будем заниматься уборкой. После всей уборки попоставили мы маяки на наши полы, потому что они кривые все были ужасно. На первом этаже, вот на втором этаже. И заливаем нашу стяжку. Стяжку заливаем. Стяжка «Уютный дом». Вот в таких зеленых мешках. Филипп. Вот здесь надо собрать, значит, вывод сделать под унитаз воду из полипропилена. Там надо протянуть вот отсюда туда. Здесь у нас будет стоять раковина. Значит, нам здесь надо сделать тройник. Тройник — это вот он. Паяем трубку нашу. Значит, что нам надо сделать? Нам надо установить ее вот так. И отсюда у нас пойдет труба на унитаз. Отсюда уже будет стоять кран и тому подобное. Значит, паяем полностью, собираем такую деталь, чтобы мы ее просто потом могли поставить вот сюда. И все. Сделали уголок. Отрезаем такие вот ножницы, кусок нашей трубы. И паяем. Все это элементарно и просто собирается. Паяльник с двух сторон сразу вставляем одновременно.
держим в районе 5 секунд. Расплавили, вставили. Все, она готова. Теперь собираем также уголок. Все, деталь у нас готова. Вот такая. Теперь ее можно поставить вот сюда. Снимаем наш паяльник отсюда. И вставляем ее вот сюда. Все, теперь отсюда у нас пойдет труба на унитаз. Вот таким вот образом паяем. Как мы обходим, значит, наш вот этот металлический уголок, который ржавеет? Собираем короба вот таким вот образом. Потом вовнутрь запихиваем или же технониколь, или же минвату. В общем, что утепляет. И закрываем все это гипсокартоном. То же самое мы делаем с трубами, с канализационными. Закончил я паять нашу трубу. Поставил временные краны. Вытащил канализационную трубу. Выставил наш построитель плоскостей. И теперь буду собирать короба. Продолжаем собирать каркас на наши трубы. Все идет по плоскостям, по размерчикам. От стен одинаковый размер. Все короба. Трубка под воду у нас выходит вот таким образом. После того, как это все соберем, вот эту трубу, все это будем утеплять. Закончил я каркас на наши короба. Теперь сюда по максимуму плотно надо напихать утеплителя. Ну и его на обешумливатель идет. Таким же образом собираем каркас на вот эту трубу. Тот коробок он зашил, также утеплил полностью. Наша стяжка здесь высохла. Закончил я утеплять и обешумливать наш каркас. Вот так это выглядит.
наша водосточная труба канализационная. Надышался я этой гадости, кошмар как. Все, теперь таким же образом зашиваем гипсокартоном на 25-й саморез. Вырезаем по размеру и закручиваем. Закончил я короба, зашил. Вот так это выглядит все. В следующем видео, сейчас я вам покажу, что мы будем делать. Будем сбивать эти галыши, эти камни отбойным молотком. Стелить плитку на ступеньки. На вот эту площадку. Заливать стяжку. И будем заниматься шпаклевками. Кстати, у нас есть небольшая проблема. Есть вот эту стену, она с той стороны. В общем, когда дождь, она течет ужасно. Как видите, вот тут мокрая. Так что с той стороны мы тоже будем заделывать, там утеплять, делать отливы, отводы и тому подобное. Ожидайте новых видео, не отключайтесь, наблюдайте за каналом, подписывайтесь на канал. Всем пока!